Всякий скотоложец да будет предан смерти. Такие вот резкие законы я хотел бы, может быть, с вами как-то. Но потому что это соединение может быть для постижения высшего мира между женской и мужской частью, мужская часть является намерением отдавать, женская желанием получать, то они должны между собой соединяться на определенном уровне в соответствии с своим сочетанием и не просто каждая мужская часть может брать любую женскую часть здесь есть определенные э, между ними э, условия коммуникации э, коммутации я бы сказал между ними насколько они подходят друг другу тем более не может подходить мужская часть животному или животная часть женскому это просто невероятно, потому что разница между ступенями такая, что с таких вещей это ничего не получится. Это как же, как мы говорим о разнице в информационных записях, такого не может быть. <звы> то есть то, чему нет как бы духовного продвижения, придается смерти, Да-да-да. Только, то только ради этого ведь все Это неестественное, соединение, которое. Они могут быть естественны на животном уровне, когда люди живут с животными. А это... что заставляет вот, допустим прийти вот к этому к скотоложеству вообще, что? В нашем мире? В нашем мире это сбой гормональный или какие-то, ну, примеры. Отклонения. Дурные, да. А, Нет, в... это может быть, в частности, и не только э, отклонение. Это может быть не отклонением, а какой-то культурой определенного человека. Угу. А что это внутри человека? Это значит, как бы соединение а животным. внутри что это человека. Значит? Это соединение между его животной частью mm -hmm. еще не подготовленной э, животной частью малхут, которая находится на на третьем уровне. Если живая растительная, животная природа и человек mm -hmm. внутри нас, и на уровне человека должны сочетаться э, мужская и женская линии, а они на уровне. Мужчина с животным или женщина с животным. То есть это не готовое вот это вот. Не получится из этого соединения никакого духовного продвижения. Ничто не родится из этого. Да, это не только ли.